Шалом алейхем, дорогие друзья. Доброе утро. Мы продолжаем законы молитвы Рамбам. Мишмит палел ло кивен эт либо, яхазору ит палел бекавана, вим кивен эт либо, браха ришона, шув и нахузер. Если человек, он молится, но молится без концентрации. Каворона дора. Написано, человек должен вернуться и снова молиться. Потому что это не молитва была, человек просто говорил слова пустые. Но если человек, он сделал кавана хотя бы на три первые барахот, до нагдыша, который мы читаем, то возвращаться написано не нужно. Если три последние благословения он сделал ошибку, то возвращается на реце, это авода. То есть три последние, три первые, это как одно целое. ואם טעה באחד מן האמצעיות, חוזר לתחילה שטעה בה ומפלל לברתו עד הסדר. Но если он сделал ошибку, одно из благословений посередине, у нас есть 19 благословений там. Три первые, три последние, это как три первые как одна, три последние как одна, и посередине, если ошибся, то он читает вот ту самую посередине, идет дальше и заканчивает. אבל написано, если человек... וכן של הציבור שטעה כשהוא מתפלל בכל רם על דרך זו חוזר. תאו ששם יש עליך ציבור, יש לי און זל אשיפ, כדאו נשתה את קרומקה, תאו דושת וזרשיצה, עתודו כזה און זל. אבל אם טעה של הציבור ציבור שהוא מתפלל בלחש, אין אני אומר אינו חוזר. הוא מתפלל פעם שנית מפני תורך ציבור, אלא סומך על התפילה שמתפלל בכל רם. נו יש לי און שליח ציבור, זל אשיפקו. היא פרצ'טל כדאו לחש, זל אשיפקו. Написано, он не должен возвращаться. Потому что Торах Цибур, столько людей будет теперь одного человека ждать. Потому что все его ждут. И поэтому написано, что он не должен возвращаться, должен продолжать, когда громко читает, чтобы не сделал ошибку. Когда сделал, если громко читает, сделал ошибку, тогда возвращается. Баруха Данайра, Улам, Амен, Амен, чтобы все наши молитвы Всевышний принял Берацион.